который, конечно же, не сказал своего слова. Помните, на Кубке России, когда в забеге 10-17 показал Данила Тен, то в финале Игорь Образцов ответил и завоевал золотую награду. Так что интрига максимальная сохраняется. Ну и результаты порядка 10-15-10-17 – это те результаты, которые вызывают уважение. Но, уже. Да, но только единственное, все-таки на Кубке там ветерок хороший был. Да. Сейчас, просто чтобы вы понимали, полный штиль. Но в предварительном раунде вот этот результат 10-17. Смотрим. Ну что, Галич, да. Тен, Образцов. Галич, Тен проиграл старт. Галич отлично Галич. Взял старт. И Образцов. И Образцов. Образцов, Галич, Тен. Галич, Образцов, Тен. Галич выигрывает. Тен набежал и был вторым. Что делал Данила Тен на старте? Что он проиграл? Проиграл все и вся. Все и вся было проиграно. И как выгребал буквально, но 100-метровка короткая. Если ты провалил начало, сильно провалил, то ты должен быть Усейном Болтом только лишь, чтобы добегать. Вы помните, что произошло на зимнем чемпионате России в помещении, когда от Галич и Образцов не смогли ничего решить между собой, да, там было, да, очень интересно. Ну вот, смотрим, что здесь. Нет, ну все-таки очень интересный бег поочередно. Сейчас как раз нам показывают работу Тена, и вот знаете, желания много, а реализации на первых 30 метрах вообще никак. Вот распустил себя только вот отсюда, да, но от Галич уже все-таки имел преимущество. Ну вот она троица, как мы и говорили, и эта борьба вот до последнего.